Харьков, 24 декабря 2018 год. Называется «Лети-лети, лепесток» через запад на восток, 16:00 по Киеву. Через север, через юг возвращайся, сделал круг. Попал я на площадь Конституции, там пока еще иллюминации не было на тот момент. Но здесь я мимо пройти не мог. Поснимаю еще разок. Вот стих. А что ж сталагмит-то не подсвечивает? Это будет красиво. Помню, по 16-му году было очень классно. На елочку я уже посмотрел. Можно будет, кстати, сейчас пройтись и к елке. О, а вот тебе и сталагмит. Ну, спасибо огромное. Да, и чем больше это будет расти, чем больше воды будет наливаться, замерзать, тем фееричнее это будет выглядеть. Да, знатно. Сейчас 0 градусов. Конечно, особо не позамерзает. Надо сразу и мишку, и зеркальную струю, хрустальную струю, и храм Жон-Мироносец. Ну а тут у нас все те же резервисты. Да, ну пробегусь. Вон какая красотища возле памятника Шевченко. Идем на свет в конце тоннеля. Если вы видите свет в конце тоннеля, скорее всего, это тот свет. Ну, еще может быть глазок у лазерного прицела, если вы пессимист. Ой, красота. Это свидетели Иеговы. Вот у нас разнообразие. Завтра католическое Рождество. Или сегодня 24-25. Выходной государственный праздник. 6-го православное Рождество, 7-го. Выходной государственный праздник. Учитывая, что у нас президент Порошенко православный, Гройсман иудей, СНБУ Турчинов, протестант, 50-я параллель вот так идет через Харьков. Самый крупный город на 50-й параллели. Да, Порошенко православный, Гройсман иудей, Турчинов протестант, или кто там, ну что там, в общем, оттуда. Так что у нас может еще много Рождеств появиться, праздничных дней. Если так дальше дело пойдет. Правда, надо будет не забыть посмотреть, есть какая-то страна в мире, в которой Иисус Христос рождался дважды. Один раз в декабре, другой раз в январе. И люди это дело празднуют. Не, ну красота, что. Сад Шевченко реконструируется перманентно. Наверное, надо отсюда зайти. Эффектнее будет на фоне памятника. Снеговички.
братья-акробатия. Ну, практически триумфальная арка. Заслужил Шевченко. Учитывая, что, насколько я знаю, Шевченко поставлено в мире памятников больше, чем какому-либо другому поэту. Не тоталитарному лидеру. 1300, что ли? Ладно, сейчас до елочки еще дойдем. Дедушке из Бийска привет передадим. Нравится тебе елка? Елка мне нравится, вот красавец дед. Да, а в Бийске я был последний раз. Как бы это... Лет 20 назад? Каких 20? Господи. А, ну да, 20. Да не, не 20, 30. О! Боже, сколько же я уже живу. Так, а это у нас мячик, в установке которого участвовал Блохин, при открытии которого. Открытие мяча. Можно сказать, открытие мяча. Я один раз большой теннис так подал, что получилось открытие мяча. Но это, наверное, не считается. А вон уже елочка виднеется. Да, погодка прелесть, маленько слякотно. Но на Новый год обещают снег. Для разнообразия, а то уже как-то привыкли. Каша с маслом. Каждый раз на Новый год. Да, 7 дней до Нового года. Всего ничего, вроде ж вот только-только предыдущие отмечали. Вот она, елочка. Вот тебе и ракурс. Газпром. И новогодняя елочка. Готова к новому 2019 году. Ну, приду я на Новый год, поснимаю. Народу тут будет просто немерено. Что-то с каждым годом все больше и больше людей становится.